В конце прошлой недели, 13-14 мая 2022 года, по территории Среднего Запада США промчался активный холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливневыми дождями, грозами с градом и шквалистым ветром. В отдельных районах он вызвал образование пыльных бурь, называемых в Северной Африке и на Аравийском полуострове Хабуб. Огромные стены пыли и песка обрушились на города и сельские поселки, причинив значительный материальный ущерб и став причиной гибели по меньшей мере 2 человек. Более всего пострадали жители штатов Небраска, Южная Дакота, Айова и Миннесота. По словам метеорологов и почвоведов, ураганный ветер, скорость которого достигала 47 метров в секунду, поднял вверх слой почвы с сельскохозяйственных угодий на значительную высоту, закрывая солнце и погружая населенные пункты в ночную тьму. По словам очевидцев, ситуация напоминала знаменитую бурю 30-х годов, получившую название «пыльный котел», когда ветры срывали крыши складских помещений и переворачивали машины на шоссе. По данным властей, 1 человек погиб от упавшего дерева в штате Южная Дакота, 2 человек погиб в штате Миннесота, когда зерновой бункер упал на автомобиль. Вызванное пыльной бурей существенное ухудшение видимости стало причиной массовой автомобильной аварии на 30-м шоссе к западу от Норд-Платта, штат Небраска, в котором пострадали сразу 11 автомобилей. А движение транспорта было прервано в обоих направлениях более чем на 2 часа. По словам фермеров, плодородный верхний слой почвы, имеющий решающее значение для выращивания сельскохозяйственных культур, с некоторых полей сдуло полностью.